Сегодня заснеженная дорога привела нас в Осиповище, школа-интернат для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Спасибо за это департаменту охраны. Повод самой доброй акции «Наши дети». Сотрудники ведомства и учащиеся старые друзья. В любой праздник правоохранители – желанные гости в стенах учреждения. Рождество и Новый год – не исключение. И в этом случае исполняют люди в погонах не столько свои прямые задачи, сколько мечты маленьких белорусов. Любая силовая структура, значит, она участвует в данном мероприятии по той причине, что дети – это самое дорогое, что есть в нашей стране, это наше будущее. А такие дети, которые нуждаются в помощи, они не просят сами ничего, мы сами идем, стараемся, чтобы им помочь. Поэтому это наш долг, это наша работа такая. На этот раз помощь от департамента охраны финансовая. Сертификат на 4000 рублей. Уже позже руководство школы раскрыло дальнейшую судьбу подарка. Будут укреплять материально-техническую базу. Подарков много не бывает, поэтому здоровья вам и всего самого хорошего. Праздник удался на славу. И здесь не столько важны подарки, сколько улыбки и счастливый смех детей. Ребята пели, танцевали, читали стихи, играли. Было очень весело. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Всегда стараются нам в этот день поздравить нас, стараются нам как-то помочь и в течение учебного года, и на праздники особенно. Поэтому, конечно, всем большое спасибо за то, что они не оставили в такой тяжелой ситуации нас в связи с эпидемиологической ситуации и нашли время и прибыли на наш праздник. В приключенческом сериале «Наши дети» это, конечно, далеко не последняя серия. Впереди еще много подарков, внимания, тепла и любви. С Новым годом, земля, с Новым годом, народ, мой часовый огни сияние. Максим Кимбель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.